Раз, раз. Всем привет. Все слышно, да? Там, ребят, подтянитесь немного сюда, хочу кое-что показать, рассказать. Хочу ровно рассказать. Давайте поаплодируем. Давайте поаплодируем организации «Айфон-спорт». Поаплодируем друг другу за то, что мы приехали, не проспали, хотя суббота. Давайте еще позвоним друзьям, которые спят дома, разбудим, скажем, ха-ха-ха, мы на велопробеге, все, классно. А куда ты едешь? Значит, давайте по конструктиву. Есть у нас есть вот такое велодвижение, Велорук.Лайф проект это наш. Велорук МК ЮА сайт, в Фейсбуке Велорук есть, ВКонтакте есть Велорук, Роунд есть ВКонтакте, Фейсбуке, я есть ВКонтакте. Как интересно поедешь. И мы что-то делаем. Что-то делаем, про это мало кто знает, потому что работа очень сложная, очень длительная, как говорят, там приезжают эксперты постоянно. Ребят, мы планируем долгосрочный проект развития велодорожки города. Велодорожки, там всякая вот такая вот штука, это все круто, но это все очень долго и очень трудоемко, и самое главное, что это требует финансов. Поэтому мы решили разделить на несколько этапов велодорожки отдельно, и хотел бы вам показать первые такие самые банальные, стандартные, но функциональные типы велопарковок. Вон они сзади. Два типа, подбетонирование, подкрепление. Стоят они немного. Кстати, вот эти пока можно еще купить. Я их за свой счет просто сделал пилотин, чтобы вам показать. Поэтому, если кто-то хочет, можете подойти, купить, посмотреть, заказать. Если кому-то интересно, хотели поставить кто-то из своего предприятия, знакомый, кому это могло быть интересно. Леха, помахай ручкой. Вот Леха, наш оператор на велосипеде. По поводу велопарковок. Что ты уже поломал? Это самый первый типичный велопарковок. Ничего, ну давай будем крепить GoPro-шку. Вот наш уже корреспондент. На плечо ему закрепили камерку. Будет снимать. Вот такой вот он, город Николаев. Значит, я прошу вас начать выстраиваться. Русский театр. Выстраиваться в колонну, но колонна, которая для посмотрения. Это наш почтамт. Значит, мы выстраиваемся спиной к городской. Ну и вот то вот главная улица, Соборная. Передай привет Дахабу. Привет дахабчанам. У нас сегодня велодень. Пойдемте туда поближе. Пойдем. Итак, я еще раз хочу объявить для тех, кто только прибыл, о том, как мы будем двигаться в колонне. Ау, я перезвоню. После прослушивания гимна. Перезвоню. Еще у нас будет полторы-две минуты. Для того, чтобы вы все развернулись в сторону улицы Адмиральская. Укртелеком. Укрпошта. Потом по моей команде мы начнем движение. Впереди будет возглавлять нашу колонну автомобиль ГАИ, который может двигаться с ему удобной скоростью. Он будет немножко ускоряться для того, чтобы предупреждать постовых на перекрестках, чтобы они перекрыли поперечное движение. Но это не значит, что мы должны ехать за ними с такой же скоростью. Наш темп 15 км в час. Поэтому обращаюсь ко всем, у кого есть велокомпьютеры. Пожалуйста, следите за темпом, не надо ускоряться. Среди нас много детей, много парней и девушек, которые не совсем опытные в управлении велосипедом. Да, и еще будет подъем у нас, и будет спуск. Поэтому на подъеме мы держим темп, а со спуска тоже держим скорость. Не быстрее 15 км в час. Также обращаюсь к нашим новичкам, которые впервые участвуют в велопробеге, и к лихачам. Пожалуйста, я очень прошу, ни в коем случае не надо выезжать на тротуар. Там не будет пешеходы. Нас много сегодня. Наша самая. Ты не забудь сейчас, когда тронешься, я тебе камеру включу. Ну конечно. Ездить по дороге. Там будет пару минут. Культурные, вежливые, внимательные и безопасные. Ну расскажи что-нибудь. Сегодня у нас 30 апреля. Это очень солнечный, приятный день.
Николаев сегодня делает. Внимание и желание к нам присоединиться. Только нас тут собралось. Поэтому благодаря максимально будьте внимательны друг к другу. Также не надо прислоняться друг к другу очень сильно. Только после того, как мы вернемся с тезисом спидов, можете обниматься. Я это все. Во время движения обниматься не нужно. И прижиматься тоже. Вон, плечевое крепление Лехе сделали. Противопоказано. Настроили угол. Ну, что, будет снимать пути. Ништяк. Все поняли. Все готовятся к старту. Вот так вот. Не хочет с грузом ездить. Ну да. Злая клинтяй. Рука болит, нога болит. Все готовятся к старту. Толпа приличная собралась. Ну вот, проехала колонна. Ну а теперь немножко покажу вам наш город. Это наша центральная площадь. Вот так она выглядит. И идем на набережную. Вот здесь церквушка такая.
она то ли достраивается, то ли ремонтируется. Вот такой парк. Это сквер имени 68 десантников, которые высадились у нас в Николаеве. Все герои Советского Союза. Это единственный случай во Второй мировой войне, когда все участники десанта получили звание Героев Советского Союза. Вот спуск. А вот это вот флотилия, школа юных моряков. Там внизу река, и на той стороне микрорайон Соляные. Ну, сейчас подойдем к Вечному огню. Приходится снимать против солнца. Ага, вон там, вон видна речка уже. Вот там она. Вон она, наша речка. Это слияние Ингула и Южного Буга. Но я туда еще подойду и сниму. Пока иду к Вечному огню. Ну вот. Это наш вечный огонь. Там фамилии. Вот, вот он памятник. Опять за боковым освещением снимаю. Вот, теперь пойдем на набережную. Вот на той стороне реки, там микрорайон Намыв. Ой, блин, Намыв. Соляные. Сейчас я вам покажу пешеходный мост. Вот с этого места, вот тут вот верфь, вот с этого места начинался город Николаев. Построили верфь и построили, начали строить деревянные корабли. Вот он, пешеходный мост. А вон, ой, вот автомобильный мост. Сейчас пройду еще дальше. Вот. Вот это завод наш имени 61 коммунара. Ну вот, прошли еще немного, дошли до лестницы нашей. Не Потемкинская, конечно, поменьше. Вот Николаевская флотилия юных моряков. Вот это вот завод. Сейчас пройду на мост и оттуда сфотографирую, что там осталось. Когда-то был один из самых крупнейших кораблестроительных заводов. Их два в Николаеве, вернее три. Но, по-моему, ни один нормально не работает. Ну а сейчас с вами спустимся вот туда вниз. Вот, пойдем на пешеходный мост. И оттуда что-то снимем. Сам завод будет против солнца, но мост вот тот мы снимем. Идем вниз по лесенке. Вот мы выходим на пешеходный мост.
И идем на него. Это еще старая булыжная мостовая. Наверное, ровесница города. Не знаю. Юные моряки занимаются. Когда-то и я тут занимался. Такие тут у нас места. Ну, а мы идем дальше на мост. А на той стороне, вот там Адмиралтейство было. Вот. А вот это вот с другой стороны моста. Это Ингульский мост. Тут такой мини-яхт-клуб. У нас есть собственный яхт-клуб. Это такой мини. Вот это вот нижняя набережная. Вот там вот вдалеке за мостом когда-то стоял довольно большой корабль. Седов назывался. Вот на нем мы проходили практику. Ну вот опять против солнца, но надеюсь, будет видно. Вот два стапеля. Вот вот ракетный крейсер «Москва», по-моему. На достройке стоит. Вот она, бочка. Ну и вот другая сторона. Давайте посмотрим, что здесь. Велосипедисты наши уехали, оставили меня одного, оставили мне сумки, рюкзаки. Походил вот туда, вот сходил на пешеходный мостик, снял. Вот, и теперь буду, вот он, 61-й завод. Теперь буду подниматься. Вот, буду подниматься и ждать наших велогонщиков. Ну вот, возвращается наш народ. Покатались, приехали.
Откуда он возвращается? Сегодня грандиозный велодень был. Людей, я не знаю, просто масса. Надо будет еще посмотреть в группах, посмотреть, сколько все-таки зарегистрировалось. Молодежи просто все счастливые, лица счастливые. В общем, очень круто, что я могу сказать. Всем понравилось. Ура! Делин, делин, делин. Мы проезжаем центральную часть города. Посмотрите. Смотри, все перекрыто, Славик, а? Такое бывает раз в году. Героям слава! Да ноут есть на работе? К Антону тогда заедем. Да там на 10 минут дело. Заедем. Что цивильно. Люди нас приветствуют, смотрите на остановку. А ты подогнал Витёк или это, или Игорь? Притормозить, Малёха? Ну давай притормозим. Снимем, что там сзади. Витька подождем. Надо свернуть. Так что, подождем? Ну так, помедленному. Ну давай. Потихоньку обгоняли. А ты что, давно приехал? А то я смотрю на фотки с Египта. Ну да, я там полгода прожил. Да. Всем египтянам привет. Ну, перезимовал, приехал сюда. Ага. Серьезно. Лайк, давай снимем колонну. А? Со стороны снимем колонну. Я тебе резину тру, ты даже не чувствуешь ни хера? Нет, да? Не чувствую. Ну, вообще живо. Я у тебя здесь протектор стер. Ты даже не почувствовал. Такой ты, Вася, вот мы уже почти в начале колонны. Сейчас будем разворачиваться по кольцу нашего главного проспекта. Столько людей поддерживает, это приятно. И только посмотрим. Станем на колечке, потом это. А потом то. Покажем всю колонну. Ура! Yeah.
стой, давай притормозим. Это надо снять. Вы только гляньте, что происходит. Это Николаев, детка. Да. Тысячи и тысячи велосипедистов. Так, поехали. Физкульт, привет. Что скажете, друзья? Я снимал колонну. Да, нас сегодня много. И это круто. Походу рекорд. Ну это да, весь. Я снимаю, Да. Вообще нормальная. Сережа, когда Формула-1 не радует? Только посмотрите. Вообще не кончается, да, Славик? Люди. Чуть ли не с одной рукой ездят. Только посмотрите. Такие счастливые лица. А что ты не снимаешь? Снимай. Хе-хей. И вышибанка, люди, вы только гляньте. Гость программы. Красота. Ну что, выезжаем уже, хвост колонны. Минут 5 все едут. Поедем и мы посмотрим. Сейчас я думаю. Аккуратно, Илюшенька! Конечно, однако. Только
сколько счастливых лиц. Это немыслимо. That's unbelievable, my friends. Что я вам скажу. Ну сейчас еще какое-то мероприятие будет. Посмотрим, покажем вам. Итак, я еще раз напоминаю, что я вас очень прошу дозарегистрироваться, кто не регистрировался, чтобы мы не фантазировали на тему, сколько у нас было участников. Планки находятся здесь. Вот. Да, мы никуда не спешим, поэтому кто еще не зарегистрировался, можете подходить и регистрироваться. Так, второе. Мечта будет так называемым рестораном пиццерии Bike Friendly. Это дружественной пиццерией, заведением для велосипедистов. Буквально прямо сейчас, пока мы ехали в нашем велопробеге, они устанавливаются в велопарковке. Типовые парковки, которые мы тоже им дали эскизы, и они сами их сделали. Сейчас находится на улице Советская, Адмирала Макарова, на углу, по другую сторону от Макдональдса. Со стороны Сопки, да. Значит, и они нам дали возможность разыграть сегодня две пиццы, которые вы можете вместе с нами или в течение сегодняшнего дня съесть со своими друзьями у них в пиццерии. Сегодня мы в час дня идем нашей орг-группой, организаторами. В час дня идем тоже туда обедать. Да, спортсмены. Сейчас идем на регистрацию. Будет интересно, сколько людей сегодня собралось. Я хочу посмотреть, как я поснимал. Сейчас. Ну, людей вообще аномальное количество. Слава, что ты скажешь? Что я скажу? Все замечательно, погода супер, людей, море, класс, настроение отличное. Пойдем мороженку сейчас кушать. Ну, смотрим все, как катались. Да, потом можно и на мороженку. Смотри, как записалась там? Да. Смотри, уже снимает. После удачного велопробега мороженка. Телефон, работа. Да. Телефон, лето работа. И мороженка. Лето, мороженка, вот. Шоколад в шоколаде, все будет да. Шоколадно. Да. Дахабу отдельный привет. Ребята, увидимся осенью. Алло, видишь, давай сейчас похоже.